Это принц. The Clown. Это принц. The Clown. В этом треке правда. В этом треке true. В этом треке true. В этом треке правда. Да, 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 да. Тишина. Чувствуй. Обыденный мир. Это не добрый друг. Круглая петля. Ужасный звук. Только в этих лесах выживут сильные лапы. Не попадай под пресс. Обхитри и схавай. Талант обмана. Дрожащие руки в достатке. И с этим правда страшно оказаться в схватке. Но истина вообще опускает в подвал. Слышишь, дверь стучат. Это огромный провал. Сосед напротив. Димон Тезга. Он занимался спортом. Чемпион в боксе. Тогда как мусора ему жена карман там. Но он не наркоман там. Ранить все могут. Вот так прикрыли парня. Тупо позорные суки. А сколько мир питал еще такой же мучи. И я спрошу о том. Спрошу не раз, а дважды. А сколько стоит жизнь бродяги? Сколько стоит? Всем за то, горы с полком охладно нам рассказывают про то, что маленький бюджет и не за что латать дороги. Нахуй ты тогда сидишь, ты занимаешь место, чёрт. Медикаменты выросли в цене почти в 3 раза. Пенсионерам к выборам прибавили 3 бакса. Математика простая, сколько баба Зина купит лишних грамм свинины? Или легко дурить нашего брата, не вопрос. И каждый вроде понимает, кто его босс. Но только дохнут сотни ежедневно просто так. А мне не хочется смотреть, как украинцы гибнут. Где 5-летние девчонки задыхаются от астмы. Рак уже 16, у 15. Да-да, у 15. 16. Сколько стоит жизнь бродяги с ником? Бродяги стальная основа. Квартиры, хаты, где даже газа нет и нет 7-й зарплаты. Туда приходят матеря, кенты с района. Снова посыл, грев из дома, холодные приюты. Кто им поможет? Они же дети, просто храни их Боже. Вот так бывает. Судьба встречает, но неудачный случай. Он все ломает, не можно стать никем. Вообще без дома, слоняться по вокзалам в поисках крова, среди собак и порванной одежды. Проходят мимо люди, своих надежд. Одиночка, тень, житель улиц, встречает пьяной ночь и ей любуясь, задает вопрос, скажи, родная, сколько стоит жизнь моя, моя такая. Сколько стоит жизнь бродяги с ником?